Александр. 3 года назад мы с женой Анной купили франшизу сети салонов красоты Цирин. На сегодняшний день у нас 3 действующих салона. 4-й салон находится в стадии открытия. Посещаемость наших салонов ежедневно составляет более 300 человек. Это количество увеличится с каждым днем. Франшиза «Цирюльник» – это наш первый бизнес-опыт. Благодаря подробному бизнес-плану, брендбуку и всем тем знаниям, которыми с нами поделились Виталий Михайлович Гринюк и Владислав Валентинович, он оказался успешным. Сегодня в наши салоны входят число ведущих салонов красоты города Вологда. А сейчас я вам покажу один из наших салонов на улице Мира 3. Всем удачи от Александра из Вологды.